Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 5 серии. Ремонт задней части. Итак, практически все буду менять. Задняя крышка куплена в цвет. Панель задняя новая, усилитель баллов новый, фонари, бампер. Разбираю. Итак, машина разобрана, и что я теперь вижу? Есть небольшие повреждения в отсеке багажника, которые придется отравнять. Первым делом вытягиваю заднюю панель. Заднюю панель вытянул, и теперь могу удалить заднюю панель. Заднюю панель удалил, этого усилителя у меня нету, его я буду равнять. Итак, поврежденный металл отравнял, примеряю усилитель бампера, он немного не подходит, надо немного раздавить лонжероны. Вот теперь все пучком. Устанавливаю крышку багажника для того, чтобы примерить заднюю панель. Thank you.
По центру панель приварил, а по бокам буду приваривать тогда, когда примерю фонарь и я увижу нормальные зазоры. Пока их нет. Немного раздавливаю, скручиваю панель саморезами и устанавливаю фонари по зазорам. Теперь зазоры в порядке. Снимаю фонари и приступаю к сварочным работам. Сварочные работы задней панели закончены. Устанавливаю остальные детали задней части. На этом моя работа закончена. На эту работу ушло 20 часов. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!